Вот мы въезжаем в тоннель. И едем по тоннелю. Вот такой вот у нас крутой Невуаз. Вот такая у нас крутая машина. Крутой водитель. И не менее крутые пассажиры. Мама, посмотри на меня. Привет. Женька, я продолжаю видеосъемку. Мама, сделай, пожалуйста, поменьше. А за окнами у нас пролетает Испания. Пролетает она такая вот гористая. Достаточно однообразная в своей гористости. Но при этом весьма симпатичная. Вот тут вы видите, насколько активно обрабатываются эти земли везде. Ну, почти везде теплица, огороды. Не очень хорошо видно. Очень быстро едем. Но если поставить на замедленное воспроизведение, то будет видно все гораздо более отчетливо. И вот оно море. Море здесь везде. Либо по левую, либо по правую руку. Здесь море. Или горы. Два варианта. Либо одно, либо другое. И все.